Итак, у меня дубля нет. Всем привет, моя гостья. Заходи. Это Настя Крайнова в шапочке. Настя, да. Посмотри, ты красивая вроде сегодня. Да, я вроде красивая. Я, кстати, сказала круто. Софи Блок — это круто. Сразу можно понять, красивый ты или нет. Ну, я бы не сказала бы. Не, все дело в шапочке. Скажи про свою шапочку, да? О, это, кстати, очень крутая шапочка. Я не помню, что это самолет. А где ты ее покупала? Я не покупала, мне ее подарили. Где все вещи? Где все вещи? Нет, не все вещи. На вечеринках? Нет. Все остальное мое. А на это можно увеличить? А тут увеличивать нечего. Пол размера. А сколько там стоит? 71. Что ж так много? Ну, Настя, вот ты сейчас у нас певица сольная. Да. Певица сольная, альбомы, клипы, там, на iTunes альбомы, да. Пол песни хоть записала? Думаю, не пригласи, пол песни я уже не помню. Пол и чуть-чуть. Да, пол чуть-чуть. А какой-то научи меня петь. А, петь? Да. Ой. Ну, могу песни свои, давай. Давай. Когда я — это ты. Когда я — это ты. А ты — это я. А ты — это я. Когда ветер льет вместо дождя. Когда ветер льет дождя. Ты у тебя в наушниках купил мне песни петь. Сири, нет, я конечно, тоже занимаюсь вокалом, да? Занимаешься? Да. Нет, что-то, что он клёво поёт. Вообще во все ноты попал сходу, правда, честное слово. Настя, давай к теме, да, вот мы сегодня на вечеринке футболистов. Да. Ты сейчас мне говорила, что ты знаешь каких-то футболистов. Каких футболистов знаешь? Я знаю Аршавина, я знаю, как сегодня проект Сумоушен Президент. Это мы повторяли сейчас перед интервью 5 минут. Да, это я молодец, отрабатываю шахматы. Смолов, это который муж этой, Лобарёв, вот. А еще муж Бузовой, Тарас, вот. Тарас. Да. Слушай, а ты сегодня как-то много шампанского выпила? Нет, еще немного. А ты сколько вообще пьешь? Ты сбываешься на вечеринках, нет? Вообще не пью, да. Вообще не пью. Абсолютно, я не пью. Давай Дай какую-нибудь сенсацию от Насти Крайновой, чтобы я вот ставил для меня, что ты, может, что ты спишь с женщинами? Ну, нет, только мужчины сзади. Ага. Да, хоккеист, кстати. Поэтому я люблю хоккей. Ну, давай какую-нибудь сенсацию. Хочешь, ты свою себе помнишь? Нет, я хожу без лифтика. Да. Я хожу без лифтика. Так, мне нужна сенсация. Мне нужна, я журналист, мне нужна сенсация. Мне нужна сенсация, нет. Ну, что я тебе скажу? Не скажу себе, что я брею губу. А, вот все. Ты правда бреешь? Нет, дурак, что ли, это шутка. Она бреет губу. Все, всем спасибо, у нас дубля нет. Пока. А вы видео снимаете?